Переселение Хазан в квартиру, находящуюся по соседству с жильем Ягиза, для обоих братьев становится шоком. После этого отношения Ягиза и Синана становятся как никогда напряженными, а любимая девушка Синана не упускает возможность побольнее уколоть его. Ягиз, все время находящийся рядом с Хазан, испытывает настоящие муки. А Фазилет, прогнанная из дома, не знает, как ей теперь поступить, но она, не теряя надежду на дочь, старается объяснить ей, что ни в чем не виновата. Посмотреть очередную 23-ю серию турецкого сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» вы сможете после 18 ноября.